Twitch, тюлени. И я. Приветствуем YouTube. У нас какой по счету получается стрим уже, господи, я уже сбилась со счета, если честно. Но вот тюлени вот. О боже. Да, это хорошее начало. Мы тут переоделись и идем по гробничкам. По гробничке. По гробничке тюлени и... Да. У нас здесь еще побочка с кладбищем какая-то. Шестой стрим, да? Что-то пипец. Что-то я заблудилась уже. Ну, по идее, кстати, да. Должно быть шестой стрим. Офигеть, уже шестой, когда мы успели. Всем привет, кто подходит. У нас тут гробница номер раз, гробница номер два. Здесь еще склеп и еще гробнички где-то в предыдущей локации были. Сейчас я их, может быть, даже нащу. Где-то, короче, там. Мы можем вроде как... Нет, не можем. Короче, давайте начнем хотя бы с этих. Кто как бы туда пробраться, понять бы. Короче, куда-то вперед и налево. В теории. Где мой ягуар, который рычит, рычит? Ну? Что за баги? А, нет, не баги. Здравствуй. Что, все, что ли? А, их там двое. Ой! Ты еще живой! Простите, извините. Уже не живой. Как два пальца. Ну, те как-то поживучие были, да? Все двое. Я, кстати, посмотрела кат-сцену с оригинальной шмоткой на Ларе. Ну, то есть с оригинальной одеждой, чтобы посмотреть, есть там царапки или нет. Потому что в комментариях на Ютубе мне пишут то, что есть, есть, там все так классно выглядит. Что-то я посмотрела и не увидела, если честно. Там что-то какие-то... Да куда ты попёрла там? Животное. Олень же более живучий, чем вот эта чёртова кошка дикая. Что-то там кровка вроде была, но прям такой рванис, чтобы там все страшно как-то ужасно выглядело. Не увидела вообще. Может, как-то я неправильно смотрела? Чёрт, еще и фул. Ну, блин, животное погибло зря. Ну, едить, Лара. Короче, как-то... Не понятно. Что, я куда-то ползу? Я хоть куда надо ползу? Ну, по идее, да? Раз здесь олени поперли, кошки. Я уже слышу трель гробничевскую. Так, сейчас, подожди. Наверху что-нибудь есть интересное? У меня эти концентрации... А, уже 28. Нормально. Все равно нужно будет прокачать потом в лагере подсумки, чтобы открылись в магазинах, потому что мне уже немножко не хватает. Гробничка. Октавиш, привет. Ребятки, всем привет, кто подходит. Подходите к нам. У нас сегодня, я не знаю, получится ли зацепить сюжет, потому что у нас на самом деле дофига гробниц накопилось, как минимум 3. Еще один склеп, так что, ну, это надолго. Данечка, привет. Так, сколько у меня сейчас? 2 очка. А, чтобы подсумки открылись, 3 надо. А, нет, стоп, это цены. Стоп, 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 стоп. Тоже 3, в принципе. У меня за окном дождик, если что, ребята, не пугайтесь странных непонятных звуков. Зачем я сюда лезу, я не знаю. Так, это что такое? Дробовичок номер 2. А зачем он нужен? Ну, если ему урон качнуть... Может быть... Ну, в принципе, да, еще скорострельность плюс. С точностью. Всего 3 гробницы? Да не, почему всего? Пока что на данном этапе у нас осталось... Мы же еще открываем по ходу сюжета, там, если натыкаемся. Сейчас у нас точно 3 есть непройденных. И еще один, точно один склеп. Так что, как бы, да. Есть чем заняться.
Ну, чуть-чуть урон поменьше, за точность, скорость стрельнуть. Давай берем вот этот. Вот это какое-то барахло в старое. Вон оно. А, стоп, это же двустволька. А почему у двустволки урон меньше? Да какая разница? Тут особо... Ну, здесь типа побыстрее. Ой, побольше урон. Но зато здесь точность, смотри, какая. Не, ну давайте что-нибудь сделаем с ним. Все равно уже начали, жужжужж. Ресурсы Господи, запылились уже. Что-то я сегодня как-то странно разговариваю. Ой, подожди. Ну, видишь, здесь точность побольше, скорострельность. Ну, чуть-чуть боезапасы, но урон поменьше, зато здесь побольше. Давай вот этот оставим, ладно. Доедить. Просто прокачаем, чтобы было... Посмотрим, насколько стандартный пестик становится веселее. Пунтиков. Ну, он вряд ли переплюнет вот эти, если честно. Ну, по-любому. Короче, второй must have. Так. А почему у меня вторая винтовка в руках, а не первая? Ну, я что-то сомневаюсь, что... Ну, как бы, да. Кучность, может быть. Ну, то есть, не то, что даже кучность... Боезапаса больше. Ну, как-то нет. Не сейчас, по крайней мере, точно. Подожди, а лук какой? Подожди, подожди. Лук такой, какой надо, отлично. Да, всем привет, кто подошел, Лень. Слушай, у меня что, кровь, что ли, на этой кофте или что это такое? Или так кирпичная пылюка. Ну, как будто его кровь, кстати. Ладно, будем считать, что это краска. В пинтбол играла. Так. Что-то я как-то немножко ушел. А тут что интересно? А тут... А я думаю, кто там перебирает-то? Стоит такая хрен пойми где... Кики Ольтех. Джуцуркин. Чё продаешь? Ой, на прицел. Пугающий стрел, были. Так и чавилен. Гуаянула куаваш. Так, окей, ладно. Так, вот направо надо свинтить. Вот сюда. Обратно. Хотя... Подожди, ну, в смысле, это же вход, как бы, не? Ну, как бы, вот, да, вход, не? Где-то выход, где-то вход. Мы же отсюда пришли изначально. Вон все олени. Ну, да. What the... Куда идти-то, алло? Вот, блин, ну, мы же сюда только зашли. Ох. Эти запутанные локации. С одной стороны, конечно, прикольно, то, что они теперь стали такими запутанными. Но с другой, ты извинишь, вообще не понимаешь. Так, ну здесь лагерек специально для того, чтобы... Если чё? Это тут, это вот. Значит, куда-то... Как сдриснуть? А, вот. Так, ну, во, отлично, все, попёрло, ура. Просто странно как-то так, да? Вроде лагерь, и тут же торговец, что он тут делает? Ой, Лара. Ой-ой-ой, зря-зря-зря, подожди. Вот же. Включи фонарик, пожалуйста. Спасибо. Какой-то веки. Ух ты, иди, ты ж колотить.
Всегда вот, конечно, вот задумаешься. Представляешь, сколько черепов надо собрать, чтобы одну стенку отделать? These are two legendary trees which complement one another. The Chechen tree secretes a substance which is poisonous upon contact, and the nectar of the Chaka tree can neutralize that poison before it results in serious burns. The fascinating thing about these trees is that they always grow very near to each other. According to legend, two brothers, warrior princes, fought a battle to the death over the love of a woman and died in each other's arms. They begged the gods for forgiveness, and it was granted. Kinich, the kind one, was reborn as a benevolent Chaka tree, while Tzik, the hate-filled one, was reborn as the poisonous Chechen tree. Блин, прикольные легенды. Чем вот всегда нравятся вот такие, ну, как бы нелепые, да, в какой-то степени легенды, тем, что, вот, казалось бы, простую вещь находит ей, ну, не то что объяснение, наделяет ее таким смыслом, причем иногда очень красивым. И прям хочется думать, что это действительно так. Даже если ты понимаешь, ну, что это бред. Хорошие звуки, однако. Я, кстати, тут еще за кадром призадумалась насчет Ионы и вообще, учитывая, что... Sounds like trouble. Блин, я надеюсь, здесь не будет опять этих чуваков, а? Просто дайте мне побегать. Учитывая, что его уже типа один раз убили, я думаю, убивать прям по-настоящему его уже не будут, потому что это будет грязный ход, это вообще... Это признак дурного сценариста обычно, когда тебе сперва говорят то, что персонаж умер, на самом деле он жив, а потом его реально убивают. Вот вспомните хотя бы первый Uncharted, прикиньте, если бы... Ну, вы поняли, короче, о чем я. А то вдруг кто-то не играл, не смотрел, чтоб не спойлерить. Вот, и, короче... Ну, если, конечно, его убьют, я не удивлюсь, ну, расстроюсь, но не удивлюсь. Но мне кажется, все-таки нет. Мне кажется, еще и эту Эбби ввели специально, знаете, чтобы... Блин, они там реально тусуют, черт. Чтобы, знаете, был повод его убрать из сюжета, потому что вот мы сейчас в этой части вроде как разберемся полностью... Smells like rotten eggs, sulfur. Полностью разберемся с Тринити. Все, как бы угроза миновала, не все, хана вот этого... Чувачка, пригрохнем немножко. И получается, ему можно уйти на покой, Йоне, да? Потому что, Лара, я тебе помог, все, что мог... Я тебе больше не нужен. Тихо. Не так. Я тебе больше не нужен. Ну, типа, все, живи своей жизнью. И у нее тоже будет просто интерес ко всему вот этому останется, правильно? И вот после вот этих всех Тринити уже закаленная Лара в следующих частях будет просто по гробницам шариться, как и в ранних частях, исследовать что-то вот это вот. И, возможно, кстати, вернут Сэм. То есть Иона там пойдет с этой Эбби мучить love story какую-нибудь, его уберут. Вернут Сэм, она будет, возможно, связным. Ну, то есть она же тоже увлекается археологией, они же подружки были после вот первой части, они, конечно, немножечко что-то по разные стороны разошлись. Но про старых персонажей просто вдруг начали говорить, так что вдруг ее вернут. Еще, может быть, она там какого-нибудь дружбана притащит с собой, будет пацан в их бравой женской команде. Блин, будет прикольно на самом деле. Молодые археологи, что-то, кстати, весело, прикольно, здорово. Молодежно. Удивительно, что меня не убило. Бревном. Каким-нибудь. Тихо. Тихо. Таракашка. Так, раз. Да. Ой. Ай-яй-яй, спокойно. Так, здесь блестючка что-то.
Свет включи. Вообще не понимаю, нафига ввели это и бетон, и есть, они даже в записках пишут, что оно внезапно пропадает, потом опять появляется. Ну да, странновато получилось как-то. Ну как будто бы Иона, когда движуха началась, ее где-то там оставил и двинул дальше. Ну что, он ее с собой таскать будет? А потом, когда нужно было доехать, она снова появилась. Ну, в принципе, логично, но как-то рисковато она пропала. Когда ему этих майя, типа... Нашли. Бляха. Я так надеялась. Вот, Алекс, привет. Че, уже бегут, что ли? Урукхаи мои. Так, сюда могу, туда могу. Так, ну давай сперва сюда. А я это... Блин, я ненавижу, когда две дороги. А, это обратно, да? Или нет? Нет, это какой-то другой. Мы пришли оттуда. А это как... Ну, может, это, кстати, возвращение. Я надеюсь. Стрёмная гробница. А ты уже была здесь, Нейт Кейти? Ну, хотя, ты, если бы ты тут не была, ты бы, наверное, не смотрела, да? Нет, освещение в игре, конечно, вообще бомбическое. Там, где темно, там реально темно. Я помню, когда Kingdom Come вышла, меня перло с тавошнего освещения. И от того, что в факеле появился смысл. Понимаешь? Не как в Скайриме. Ты бегаешь с факелом, а нахрен он тебе нужен? Ну, например, да? Где... Там, где темно, ты... видишь все, в общем-то, на самом деле. Хотя такого быть не должно. И вот в последнее время прям очень годненько. В новых игрульках освещение делают. Как раз час назад сюжет прошел. Осталось только по мелочи посмотреть всяких документов, которым мне не хватало терпения. Ну, документики здесь, честно говоря, вообще нет мотивации что-то собирать. Ты вот приходишь и думаешь, что-то там интересненькое будет. Иногда бывает интересно, а иногда читаешь, блин, состав воды. What the fuck? Я бегала к тебе, искала проход к этой бумажке, а там состав воды. Вирт ачивки, а я не настолько по ачивкам, тем более в таких играх, здесь обычно хрен соберешь все, хрен выбьешь эту платину, как-то слишком задрачивать надо. Вот мне понравилось отношение к платине в Horizon. Я там особо не парясь получила платину, то есть я даже удивилась. И в Final Fantasy 15 я получила платину, это первые мои две игры с платиной. И последняя, скорее всего. Так. Ой. Фу-фу-фу. То есть там ты как бы в Horizon бегаешь по ходу дела, да? Что-то там ломаешь всякие вот эти вот чучела, собираешь цветуёчки, какие-то задания побочные выполняешь. То есть я не люблю, знаете, когда платина за то, чтобы задрочить прям все до дыр. Я люблю, когда платина за внимание как бы к игре, внимание к побочкам. То есть ты действительно проходишь игру полностью, стараешься все посмотреть. Давайте за... Вот почему нельзя давать платину вот за это? Это ж прекрасно, по-моему. Когда ты прошел игру, посмотрел все, что мог, да? Сюда можно, интересно, залезть? Прошел побочки. Ну, то есть ты действительно полюбил игру и изучил ее.
Но нет, понимаешь, этого недостаточно. Нужно задрочить, нужно получить там какой-нибудь овер-дофигашечный уровень. Я не знаю, сорвать 10... Короче, ну, блин, какой-то бред. Доходит порой до смешного. Так, и зачем я это сделала? Непонятно. Может быть, враги сейчас попрут? Так, здесь, наверное, надо открыть дыхалку, да? Ага. Ай, ты ж тварь. А как это в них не попадает, эта хрень? Ух, прыгай. Ох, ты ж срань. Это ж кривомордая тварь. Куда еще бежит? Показалось. Ой. Где? Слышь-то слышу, но... Ладно, черт с ним. Ой. Так, а чё? Ага, я понял. Интересно, зацепиться за эту хрень не смогу? Кто-то там сдох, по-моему, от этого яда. От этой серы. Так, подожди минутку. Тут вроде больше ничего. Ну, полетели. Чё? Всякий случай. Если кто-то пойдет за мной. А, не хватает шпунтиков. Черт, все потратила на улучшение, которое мне нафиг не упали. Так, сейчас. Ой. Где-то есть тоже. Ой, ты, что-то я неправильно прыгнула. Неправильно я прыгнула, что-то как-то, что-то я за это самое. Что-то я за... Где? Что я делаю? Почему я здесь? Боже, только не говори мне, что сейчас все заново, господи. Походу так и есть. Какая прелесть. О, прям отсюда, да ты шо? Да ты шо? Блин, сейчас опять из тех чуваков ковырять, за что? Ну, возьми что-то там. Вон оно как надо было. Окей, ладно. А, ну тоже все собрано. Ой. Ну ладно. Дай-ка ты ж срань. Какая я меткая, прям вообще не могу. Что-то на них вот этот воду... Почему? Глаз не в бровь. Это ж мразь. Прыгай. Ай, гадина. Ай, фу-фу. Да кто где? Откуда? Вот там подыхают вроде от своего же яда. Господи. Так, вот сейчас. Давай, где-то есть.
Вот так вот надо было делать. Вот так вот. Все просто гениально и вообще. А я что-то просто оттуда начала прыгать, я не знаю. Так, а ты как-то не хочешь? Вот, отлично. Сейчас упадет вниз, небось, да? Нет? Странно. О, вот это виды, да? Офигенно. Так, ладно. Ну, давай, давай. All full up. Can't carry anymore. Кто ж тебя заставляет-то? From its roots in the underworld, sheltering bats, it grows straight and true. Its trunk holds the realm of men fast, and its branches spread its white leaves across the night sky. No. Так, ну мне очевидно вперед, а ты чё? Все, что здесь было? Нет. Нет, сэр, привет. This seems to be some kind of primitive sculpture of a human. Вообще, я заметила несколько артефактов было до этого. Я их, ну, как бы подбирала, пыталась открыть, и вместо того, чтобы они открылись, открывалась карта. И вот где они там валяются, я хз теперь. Full up. Can't carry anymore. Да что ты рассказываешь? О, сейчас опять открою, эти побегут. Так, подожди. Я даже вижу, откуда они побегут. Лететь страшно. I don't have enough space for that. Да что ты там место-то, господи. Ай-яй-яй! Так, подожди. Полетели! Или нет? Не поняла, что произошло, если честно. Подожди, дай со стороны посмотреть на это. Он опускается. Все, поняли. Ну вот, да, потому что там такая эта самая площадка. Так, хорошо, ладно. Стреляй. Бери, я еще так долго думаешь. It's not far now. Just have to get up there. Ну, фигня вопрос вообще. Ох, видите. Дебил. Там, кстати, можно было вот так сделать. Окей. Так, сейчас, прежде чем бежать вперед, давайте посмотрим, что осталось позади. Так, я могу, кстати, идти, прям.
Что, Вера, дофига здесь мест, куда можно пойти? Да харе притворяться, что тебе душно. Слушай, ну подожди, а что внизу? Может, стоит туда сходить? Или мы там уже были? Не, ну по идее меня там не было. Кстати, такое ощущение, что мне все-таки надо туда спуститься, потому что вот это вот что-то, видите, не в очень хорошем состоянии. Короче, давай попробуем. Ну да, он тут сможет подняться нормально. Так, ой, фу-фу-фу. Не могу, так бесит. Ой. Дышать нечем. Это просто убивает, да, в случае чего? Что-то тут валяется мусора какого-то. Такая маленькая арена. Дырочки. Ну, как будто бы, если мне сюда и надо будет, ну, не сейчас. Либо на тот... Либо, кстати, на тот случай, если я упаду просто сюда, это место. Как вариант. Ну, и пойдем отсюда. Ой, надышишься ты сейчас, я чувствую. Слушай, подожди, тут я могу... А, все, я понял. Вниз, да, это чисто, если я грохнусь. Сейчас мы сюда сходим и туда. Отрезай. Дура, не так. Сейчас, подожди тогда. Сейчас все сорвем, все потрогаем, все почитаем. This seems to be some kind of primitive sculpture of a human. Бумажка. Тряпочка, вернее. Так, еще тут открыть, там оторвать. Господи, опять. А куда... Подожди, тогда. Мне выходит туда и надо. Сюда и надо, а там что было? Подожди. Оттуда, наверное, прыгать. Ну да. Вот отсюда прям трамплин. Охренеть. Отсюда и стрелять, и ох, идите. Да хара падает, ты так, не так близко оно взрывается. Так, давай, один. Лара! Один. Второй давай. Ой. Вроде никого. Что, может отсюда прыгнуть все-таки? Если меня не убьет, конечно, к чертям собачьим. Я надеюсь, не убьет. Ай, ай. Так и убила, да? Черт. Я так надеялась. Я так надеялась. Эх, не дают мне сделать попросту. Ой. Ой, ну почему такие странные... Эти самые. Ну кто там? Ой, все по-новой, блин. Ну ладно. Открывай. Включай. Не дает игра халявничать, блин. Ну ладно.
Мирин, спасибо тебе за донатик. 100 шпунтиков. Или 100 стрел. В зависимости от того, что надо. Спасибо тебе большое. Спасибо. По-моему, это была плохая идея. Да, это было тупо как-то. Наверное, надо было на бревно, которое по центру, да? Хотя там, честно говоря, она могла бы долететь, но в какой-то момент она решила такая... Не буду я что-то этого делать. Идите вы в жопу, короче. Я спешу, я знаю. Но я так хочу побыстрее это сделать. Мне так не нравится здесь. Эта музыка еще на мозги капает. Я нервничаю. Казалось бы, ничего страшного, но, блин, в сумме так как-то нервозненько. Подожди, а вот это что такое? А, все, я понял. Где-то там еще один должен быть. Где-то есть. Неважно. Не подходи. Здесь огонь, здесь страшно. Так, еще раз. Давай посмотрим. Ну, а что она не допрыгнула? Как будто бы мне реально туда. А, подожди. Ну нет. Ну а что она не допрыгнула тогда реально? Я ж... Ну, как... Ну, отсюда прыгать ты мне прыгаешь? Что-то я сомневаюсь. Бред же, да? Тем более она поднимается. Может быть, оттуда, конечно. Ладно, сейчас. Слушай, ну все выглядело, как будто вот отсюда надо сигать. Черт с ним, ладно. Сейчас попробуем отсюда. Ну нет, отсюда даже не... Хотя вот эта веточка, ну хотя вряд ли. Эта веточка как раз, мне кажется, мне мешает туда запрыгнуть. Вот это... Ща... Блин, господи. Смешно. Мне кажется, я в тот раз просто не допрыгнула. Но именно так и надо. Вот это бревно тут не просто так. Не, ну так я убьюсь, да, опять? Ой-ой, фу-фу-фу. Ну, Кейн, привет. Ну, тут бревно не просто так выдвигается. Слушай, ну все выглядит, как будто бы надо сигать оттуда. Я не знаю. Сначала в одну, потом в другую. Да, я сейчас попробую тоже. Хочу. Держу это в уме. Потому что, может быть, она просто не доходит. Ну нет, нет, это просто... Это чисто, вот, чтобы вот это вот... Чтобы мне помешать запрыгнуть туда. Что ресурсы на эти долбанные стрелы закончились? Нет, слушай. Чё-то нет. Я, честно говоря, даже не понимаю, зачем мне как бы и на ту, и на другую. It's not far now. Just have to get up there. То есть, я даже сейчас не совсем понимаю, куда мне по итогу надо попасть. Thank you.
То есть, ну вот смотри, они чуть-чуть так причем поднимаются. Ну как бы и не стой, и не стой, я никуда не могу. Вот просто, когда вот здесь вот, сюда я могу спрыгнуть, меня тут убивает, если я стрельну тут. Как будто бы мне нужно вот либо с одной, либо с другой зацепиться за бревно, перепрыгнуть, например, на эту. Потом еще раз выстрелить вот в то, чтобы вот это поднялась. Как будто бы вот с этой надо начинать, но оттуда, если я стреляю, меня убивает. И как бы она совсем чуть-чуть поднимается, и куда мне после этого? Отцепляла второй открыт? Да-да, отцепляла, просто сейчас меня убили, я уже не бегу туда, я просто показываю. Я ее отцепляла и все делала. Просто я как бы пробовала уже и так, и что-то она и там подыхает. Может быть, я просто не успеваю, и меня это путает. Очевидно, мне нужно, чтобы та, которая поднимается, была последней. Поднимается вот та. Соответственно, мне нужно на нее. Через бревно, правильно? Правильно. Значит, нужно начать с этой. Но как-то... Ну, наверное. Мне же нужно подняться. Она же сама сказала. По идее, надо подзорвать их, и они как-то перевернутся. При этом одна из них... Да, при этом на одной из них Лара должна стоять. Перевернуться, в смысле перевернуться. Просто суть в том, что... Сейчас. Смотри, вот это опускается. Как будто бы на бревно. Видишь, там как раз есть куда зацепиться. Ты перепрыгиваешь на вторую. Но они так быстро опускаются. Соответственно, когда вот там вот я буду стоять, уже перепрыгну туда, нужно будет еще раз взорвать вот эту, чтобы еще раз подняться, и там уже за что-то зацепиться и куда-то полезть наверх. Но, как бы, блин, это успеть еще? Это надо просто успеть? Или что-то как-то это самое? Блин. Потому что как-то иначе очень больно получается. Слушай, а что если... А чё я туплю-то, кстати? Подожди, а зачем мне взрывать, чтобы зацепиться? Ну не дура ли, ну? Всё, короче. И дебил, короче. Ну дебил! Всё ж проще было. Я что-то затупил. Я что-то думала, она не достянется до серединочного вот этого бревна. И, соответственно, я не... Ну, просто я смотрю, бревно двигается. Думаю, раз оно двигается, значит, в этом какой-то смысл есть. Значит, наверное, на него раньше времени не запрыгнешь особо. Ау! А все оказалось проще. Я сама себе, короче, сложности создаю. Как обычно. Мне вечно кажется, что что-то посложнее, что-то поумнее. Хрен там, господи. Пора стрелять мне. Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. А, ну ты, ну дебилы. Где-то есть. Это моя стандартная манера, короче, саму себе загадки усложнить. Это нормально. Так, и чё? Теперь мне надо по... А, ну вот, собственно, это вот место. Чё, я думаю, для чего оно? А вот оно. Так. Тихо. Сейчас я, если жахну, оно, наверное, поднимет, сможет подняться выше. Чё, было? А чё ты не умер-то? Ау. А, стрела в плече. Нанеси очки навыков, качай зелье концентрации. Оно замедляет время при прицеливании. Ну, у меня что-то вкачано, слушай. Я сильно не это самое. Я не хочу тратить концентрацию на прицеливание. Я не могу, не испытываю с этим проблем. Я концентрацию берегу на этих, на чуваков с автоматами. Вот, кстати, и трамплин поимелся. Имеет смысл, вернее.
Потому что когда они там ползают со своими тепловизорами, мне проще это самое, когда я их вижу. У меня же нет подсветки. Даркинич Ахау. Мгновенное восстановление здоровья в случае критического снижения его уровня. Фига себе. Способность останавливается в перерывах между сражениями. Фига себе. Вот древо жизни, вот это я понимаю. Короче, это когда второй шанс, грубо говоря. Если тебя убивают, тебе быстренько восстанавливают 20% здоровья. Ну, грубо говоря. И вот, пожалуйста. Так, сейчас, подожди. Слушай, ну прикольная гробничка. Чуваки только, блин, лезли, мешали жить. Ну, фиг с ними. Так. Да шибись. Ну вот, давай. Не, Найткетч, я не думаю, что мы сегодня дойдем до финала. Потому что, во-первых, у нас несколько гробниц, я хочу их пройти. Плюс там еще сюжет, кусок. Не-не-не. Либо это будет 10-часовой стрим, который нафиг никому не упал, включая меня. Не, зачем? Куда нам спешить, господи? Так, ну, собственно, вот оно. Не факт, да, что мы до сюжета вообще сегодня доползем. Может быть, как тогда, если только под конец на часок засунемся. Так, не поняли? Подожди. Не вижу ни хрена. Тут вижу, но как бы... Угу. Какие гробницы еще остались? Да хрен их знает. Слушай, что, я их в лицо знаю, что ли? Какие-то остались. Так, куда ты там собираешься прыгать, прости меня? Не знаю, за что-то зацепилось. Фиг знает за что. Мне кажется, это должно было не так проходить. Сократила я, короче, себе подъем, по-моему, сейчас. Dark Soul, привет. Так, возьми, пожалуйста. Ну, вроде, кстати, все подобрала. Тут вроде ничего нет. Давай, давай. Я надеюсь, я не иду опять ко входу в, блин, вот, в гробницу, а к выходу как-то двигаюсь. Я что-то тут не понимаю. Ну, вроде выход. Так, подожди, раз это прям новый проход, может, здесь что-то еще завалялось? Не, вот так вот, на самом деле, ты думаешь так? О, подумаешь, там 2-3 гробницы. 2-3 гробницы у тебя 5 часов могут отнять при желании. Ну ладно, не 2, конечно, но 3, там, плюс еще пара склепов. Точно. Если ты еще особо не торопишься, еще тупишь где-нибудь там по пути, заблудиваешься в местных локациях, которые вообще сам черт ногу сломит. Так, давай переоденемся во что-нибудь, что ли. Че у меня тут, кстати? Ну, вот эти костюмы вот эти скрафтовские, скрафченные, меня вообще что-то не радует. Ну, как визуально, я имею в виду, какая-то халтурка. Это для города у нас. Это как-то все. Че все в крови-то етить? Может, я просто раненая? Да вроде нет. Так, выход отсюда был где? Вот он.
тут вроде ничего полезного. Подожди. Тихо-тихо, не надо. Так, хорошо. А, вообще, кстати, пока мы были около этого самого, надо было просто к следующей телепнуться, и все. Я что-то полезла наружу. Зачем? Непонятно. Сократить могли бы сейчас это все. Ну да ладно. Так, хорошо. Где мы вылезли? Rumors have long persisted of monsters, for lack of a better term, in the area surrounding the mission of Saint John. The locals refuse to discuss these sightings. They grow sullen when they are mentioned and usually scurry off and hide in their homes. However, it is my fervent belief, once we have converted the populace, they will see these monsters as nothing but superstitions, shadows that disappear in the Lord's light. Хорошо. Что это то самое место? Это, получается, в прошлый раз. А что, они ушли? Они что, стояли? Не поняла сейчас вот этого. А что они ушли? Непонятно. Ну ладно. Хорошо. Следующая гробница ждет нас. Ну,